кушать будем, Рыжик. Да. Пойдем. О, ништяк. Курица с этими, с кашей, сечкой на бульоне курином. Рыжик, туда подальше отойди, туда. Туда иди ближе, не стесняйся. Постелил этот мешок. Немного так вот загнул, чтобы там обои не коцать. Ну, ништяк пошла. Сегодня мы с тобой от души погуляли. Ты заслужил? Кушать давай. Это каша там уже пойдет сейчас, да. Теплая еще, наверное, да? Рыжик, Рыжик, туда подальше, туда. На мешок. На мешок, Рыжик. Ёпарсетайка. Стираю, короче, в машинке сейчас все. Все причиндалы. И свои, и собачьи, короче. Никак не могу с этой машинкой разобраться. Инструкции нету, а она молотит там уже полтора часа. Нахера мне полтора часа там ее мыть, там она чистая. Зачем, вот как выставить, не знаю. Чтобы, допустим, 20 минут, 30 там было. Это полтора часа молотит порожняком. Ну что ты подтягиваешься? Давай кушай. Что? Рыжик, я в шоке на тобой. Ты что? Другие уже давно съели все, а ты курицу даже не доел. Ты офигел? Смотри, какой мазёл. Мазёл какой, смотри, Рыжик. Давай кушай его. О. А, он, наверное, теплый. Я понял тебя, Рыжик. Ну, я, наверное, минут 20 держал, чтобы остыло. Да, конечно, не в ком ты сюда ложишь, Рыж, на этот коврик. Сегодня с ним погуляю от души. Он по кустам лазил, там 5 метров уже куда-то в горы уйдет, там что-то лазит, а потом идет параллельно со мной, я вдоль дороги, а он там по кустам, где-то там, по домам, а потом раз спрыгивать, а там 5 метров. И такая стена. Он репу стоит, чешет в кустах. Я стою, молчу, наблюдаю. Он там ходы-выходы ищет, потом в концовке назад ворачивается 100 метров, где подымался он. И, короче, меня догоняет. Я его вообще не звал. И шел малорик, просто малорик. Есть, дружок, Рыжик, и бульон, короче, и курица еще есть. Давай кашу ешь, да, вот он пробует ее. Она, видать, горячая еще. Давай подождем, ладно. Рыжунька. Остыла, Рыжик? На. Иди кушай. Иди. Хватит спать. Над мешочком, Рыжик.
Над мешочком кушай. Ну, нормально. Кушай, Жонька. Над мешочком, Рыжик. Рыжик, не хулигань давай. Здесь кушай, Рыжик, здесь. Это ничего, этот мешок тебе постелил. Вот здесь кушай, вот здесь кушай. Угу. А это будешь кушать кашу? Ну-ка. Давай, пробуй. А, побольше тарелку надо, да? Чашку. Ну-ка, подожди. Подожди, Рыжунька. Не спеши, дорогой, не спеши. Не спеши. Ну-ка, зацени-ка. Оттуда вкусней. Она на бульоне сделана. Так что я не думаю, что он. Ложку не трогать. Ложку не трогать. Давай. Уберем потом. Такой друг у меня в гостях. Как? Уберем. Сегодня мы с ним погуляли здорово. И он тоже по кустам там ходил. Хорошо гулял, да, Рыжик? Ну иди кушай, ну что ты? Иди, на. Идем еще. На. Куда ты, диван, полез? Рыжик, хватит беспредельничать. Это что за безобразие? А? Рыжунька. Ты на диване, я на полу? Замечательно. Замечательно. Ну ничего. Ничего страшного. На улице темно уже.